Первый попадает. Лечиться, посмотрим, что будет дальше. Пока Джорджи двигает мяч по дуге. Вот сейчас пост загружает. Хороший разворот. И два... Идет на линию штрафного броска. Второй. Вот Джорджи. И хороший заброс. Есть два очка. Седьмой номер за дуги атакует Кливленда. Андрей Лисица. Не забил Андрей, но здорово. Не получилось забить. Кливленд. Хорошую комбинацию. Вновь своего центрового в пост загружает Кливленд. Маркарян. Второй штрафной заваль. А Башкин хорошо эту передачу перехватил. Вот уже первое полезное действие Сергея. И тут же... Кратенко первый штрафной в цель от... Второй. Вновь своего центрового загружают. Одиннадцатый номер Комиссаров бьет со средней дистанции, мажет. Из угла Кливленд. Веретельника Александр. Пока что Кратенко там продрался просто под кольцо. Сам же подбор забрал. И вот Софт прошел. Споткнулся и потерял мяч. Дуров треху забивает. Башкин. Передачу на дугу отдает. Кратенко проходит. И здесь уже соперников в первой четверти смотрелись. Больше мячом дорожили. Дуров через Маркаряна. Дуровым в росте было, но свою попытку не смог реализовать. Сейчас Кливленд. Со средней дистанции. Лайован на данную минуту уже 9 потерь. Игорь Ширяев. Впервые, по-моему, в этом матче Игорь появляется. Но в целом была неплохая атака Кливленда. Кратенко сам пошел вновь. Забивает. И приносит она свои плоды пока частично. Мяч практически прихватили. А вот первый штрафной в цель. Комиссаров забирает подбор. А Башкин вновь просто в защите царит. И достаточно быстрый. Перехватил здорово сейчас. Но Тенко подбирает. Маркарян из-за дуги. Пустин. На Комиссарова. Ой, хорошая передача. И отличная комбинация Кливленд. Перехватывает мяч сейчас здорово. Кратенко. На Сабодаш отдает. Тот со степбэком треху. Заваливает. Промазал. Александр Комиссаров сейчас со средней не забил. Но на подборе Кливленд. И чей Комиссаров просит мяч. Капустин его не видит. Загружает на Александра. Тот со средней дистанции здорово. Капустин на Дурова. Тот со средней дистанции атакует. И здорово. Тареху бросает Капустин из угла. Здорово. И был с мячом. Затормозилась атака Кливленда. Дуров на Александра Комиссарова. Тот на Алексея. Капустин вновь оказывается с мячом, идет в проход и забивает наконец-то. Корян с мячом. Абашкин. Кратенко. Идет в проход. И вот наконец-то есть эти два очка. Второй в цель отправляет. Ков. Маркарян он заменил. Капустин с мячом. Хорошую передачу отдает под кольцо. И 15-й номер. Спиной кольцо играет. Комиссаров у него мяч перехватил. Но Кратенко ответил любезностью на любезность. И вновь он с мячом. Со средней дистанции от щита атакует. Здорово. Бадаш. Кратенко. Хороший проход. И 2 плюс 1 надо добить. В первой четверти у него это получалось гораздо лучше. Ой-ой-ой, а Башкин там. Первый штрафной Кратенко. Второй также точно. И мячом. Передачу отдал на Комиссарова под кольцо. Отлично. Вновь идет в проход фирменный Сергей. Первый штрафной забивает. Не забил. А Башкин остается один совсем, да. Забивает он эти... Разбирается в итоге Кливленд. Александр Комиссаров на Алексея играет. И... Или... Хорошую передачу Капустину под кольцо отдает. Ну как же так? Капустин. Но со второй...
Дуров в углу один, надо бросать. И есть, забивает первый номер. Маркетти в составе Айовы. Атенко второй в цель отправляет. Пасует на Александра. Вновь эта комбинация двух комиссаровых. И в итоге Дуров отличную скидку просто делает. Шикарный момент. Комиссаровы очередную результативную. Первый штрафной в цель. Получает у нас в итоге фол 15 номер Кливленда. Хотя сам он там на паркете оказался. Маркарян. Ой-ой-ой-ой-ой. Атака. Кратенко сам идет и забивает он эти два очка. Даниил на Сабадаша сыграл, тот треху сам прошел. Сергей и набирает передачу Сабадашу в угол. Ой, Сабадашу Маркаряну в угол отдал, то убивать Кливленд у вас что бы то ни стало. Вот Лисица один. Есть! Это треха. Тут Маркарян на дуге. Сейчас не точно. И Комиссаров. Есть шанс у Кливленда отыграться. Дуров. Не забивает он эту треху. И победой заканчивается